Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Нидерланды в Sid Meier's Civilization 6 с режимами варварские кланы, корпорации монополии и случайные дерево технологий социальных политик. Если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку. Однако, в связи с тем, что YouTube отключил любую монетизацию в России, доход моего канала снизился более чем на 60%, и я прошу вас переходить либо на более высокий уровень спонсорства, либо пересылать мне денежку просто по PayPal, либо криптовалютой. Все ссылки и возможности, опять же, в описании к видео и в прикрепленном комментарии. Приятного вам продолжения просмотра. Блин, Грега, ты реально хочешь от инка, да, выносить прям? Да он как бы упоролся, я просто не знаю, что он, на чем он рассчитывает. Когда путь не приехали, делать нечего с мечтой. Ну, сейчас латниками придет, наверное, и убьет тебя. Ну, учитывая, что он дубинчиками пришел мне захватывать, ну, типа... Блин, я забыл, что я хотел Иерусалим союзить. Территорию тут увидеть. Желаем ему в этом успех. Желаем, чтоб все были здоровы. Фига вы, конечно, пивуны. Стараемся, стараемся. Пиво. Пивуны. Пивчанские. Блин. А феодализм... Ань! Да? Феодализм? Нет. Да. Нет. Я, чтобы ты понимал, я не вижу феодализм. Я построил 6 ферм, чтобы узнать, где феодализм. Я вижу феодализм. Ну там... За наемниками все. Блин, а где все-таки лесопилки? Ух ты ж, ё-моё. Да, лёчем. А лесопилки за железом или за деньгами? За бабками, да. Рейдер. За бабос. Блин, так может мне туда все-таки лучше пойти? Мне лесопилки точно должны. Караваны через Рейну, все дела. Я, наверное, вместо... И лесопилки ускоряются водными мельницами, да? Ни одного твоего города. Ясно. Настя, ты мы это кинула, спасибо за игру. Да сейчас, сейчас разберусь. Сейчас же латник сюда встанет, понимаете? И не даст мне город поставить. Ни один караван, что хочет меня. Всего и сразу. Ну ты в параллельный морской город, вот который напротив, туда посади и все. Ну да. Ой, блин, это, конечно, прикол. У тебя просто чуть-чуть по секундам ты быстрее, поэтому успеваешь бежать. Нет, если бы я хотел на счет, я бы сказал, что давай на счет. Я как бы, я понимал, что это винт будет. Просто понимаешь, что пока это будет очень полечусь. Долго, очень печально, и даже если ты возьмешь, то дальше ты особо не продвинешься, потому что у меня как бы там время в других городах есть просто. Ну, кстати, да, Грега, там вот дальше эта территория, ну, ты Кахамарку и Антовалью, я думаю, можешь взять, а дальше... Там проходы такие... Нет, ну как бы флаг тебе в руки, ты, конечно, можешь попытаться, но я не знаю. Мне кажется, что-то другие раз. Флаг вам в руки. Ну, то есть ты как бы вот видишь американцев, вот пока ты вот мной тут занимаешься, ну, типа... Блин, олигархию взять или античную республику, ладно. Твой враг качается. Да, там враг качается. То есть тебе как бы райончики надо строить, а не юнит ебать под два.
И мне, в общем-то, то же самое хотелось бы. Поэтому мне как бы, ну, не видится перспектив в этой войне. Надо было содержание юнита вставить карточку. Я меня на остров кинуло. Обидно. Так, следим, куда уйдут эти. А, если уйдут вообще. Зайдутся. А кто у тебя, Ганди или Чандрагупта? Чандрагупта. Да, он бесполезный же. Да нет, он все равно бесполезный, хороший. Что? Ну, мы ж не на ПБГ играем. Не, там если осудить, и вот этого... Ну, кто тебе это даст сделать? Да. А чё, а какая разница? Ну, Чандрагупта и Ганди, какая между ними разница? Ганди, ну... нет, всего лишь по две веры за каждую не воюющую цивилизацию. Блин. Хорошо, 5. На старте это, конечно, неплохо выглядит. Но и в целом это... Так, если я тут ставлю... Больше. Прям надо на... Ну, это лучше, чем ноль. Ладно, давайте я, наверное, это так высажусь. Да, ну. Лучше Ганди несколько раз. Ну, не знаю. Я на Чандрагупте подождал. Ачивка выполнена. А на ком ты еще помнишь, да? Мне даже интересно, на ком ты не побеждал. Это Степ такой, да? Кто? Да нет, это констатация фактов. Степ, это когда у меня стрейкель сгорел. Вот это вот Степ. Это был садизм. Это было жертвоприношение воронки. Так, 7 ходов и 4 что очка. Тебе, потому что это хорошее было. Ты не знал, что это так работает? Приходишь, короче, тебе подожигаешь. Махинджидаро, по-моему, воду дает, да? Как если вы не ходили с Уригином. Это уже неплохо было бы. Проблема в том, что у меня, видите, я до сих пор не ставлю священные места, как бы так, или маловато их ставлю. Неудобно получается. Да, спасибо. Он упал, спалил рабочего своего. Давайте, наверное, сюда поставлю, действительно. Посмотрим, что кампус тут дает. Ну, тут везде он плюс 2 дает рядом с рекой. Поэтому священку тут ставлю. Ну, ее заливать будет, понимаете? Ну, вот тут вот явно где-то надо ромашку делать. Возможно, я все-таки еще один город поставлю сюда, когда эти два вырастут. У меня там все совсем, что ли, плохо? Даже пастбище столицы нет. У меня только одна лошадь. Стольный. А жестко. На этом острове сколько... 3, 4, 5, 5 пастбищ. А, 6. Но они все разбросаны. Блин, а мне точно нужно... Не, ну теология ради храма точно нужна. Но этот город... Может, храм Махабодхи еще в Амстердаме сделаю? А, не, только 2. А, нет, 3. Кстати, а почему нет? Поделись на 3 или 2. Можно вырубить вот этот лес, будет под Магнусом, так? На самом деле, очень печально. Я думаю, храм Махабодхи имеет смысл. Своего буста я не имею. Стреляет, проатакует, ну, да, этим. Да, не тот крик, который... Я, наверное, вчера... поставлю просто, я здесь думаю... город. Вот на этом месте. Понимаешь, тут нету... Ну, блин. А что, собственно, ставлю... Я только до рыбы не... Рыбу потеряю, да? Его. Надо еще выкупить клетки, чтобы вот этот камень ГГшки не достался. Но мне надо... Придется ставить, потому что иначе очень долго мы тут будем... Я, наверное, с амбара все-таки начну. Тут, кстати, священка вот тут неплохо встанет на плюс 2. О, феодализм, ура. Так, ну теперь, видимо, сюда придется ставить город. О, да, счастья много не бывает. Хорошо. Просто контролировать. Так, он построил латников. Сволочь. Осуждаю. Осуждаю. Убить его! В
2 плюс 2 плюс 3. А, блин. Как нам встать мочить? Кстати, а тут в Амстердаме кампус вот тут нормально, да, будет на плюсы? Ну, опять же, рядом, рядом с этим... Ладно, давайте, наверное, сначала строителей. Что ты врешь? Или, подождите, или... Или торговца. Нет, давайте строителей. Но после торговца. По науке кто-то больше... Блин, 6 ходов... А у меня очков не хватает, я даже не знаю. Нет, вряд ли. Ну, я могу апнуть дуболома, предположим, одну очку. Если ты его не видишь, значит, что его нет. Так. Так вот он есть. Я про то и говорю. Блин. Он может не есть. Конечно, храм Махабодхи было бы круто построить. Так, во-первых, храм Махабодхи рядом с храмом только строится, да? Да. То есть сначала храм надо построить, потом храм Махабодхи. Так что, наверное, не в этой эпохе, что я опять в нормальный, что ли, выйду. Прикольно. Я построил стоун, и мне одновременно дали и пророка, и апостола. Потому что город, в котором я построил стоун, обращен. Так, читачок получается. Я дальше сам. А инфульди больше никому не нужны. Так, ну, мне бы, наверное, третьего лучника сделать. Восстание через 442 хода. Звучит не очень. Нормально. Да, ну тут надо будет торговать. Построй ты, пожалуйста, рабочего одного. Я думаю, что мне надо союзиться именно с Вьетнамом. Все силы кидаю на то, чтобы я тебе Владника вышел. Он сейчас придет Владника, не будет вообще кисло прям совсем. Ответочка, Вьетнам. В смысле, у меня взять? Ну да. Как знак доброй воли. Нет, мне что-то... Такой ты друг, да? Ну, а ты мне что в знак доброй воли? Ну, союз потом. Или что там у меня будет, когда у меня... Союз же это, то в обе стороны работает. Ну... Чтобы союз заключать, надо видеть, что у человека... Реально дружеские намерения. Ну, я дружеский, я... пойду в союзы. Сейчас фео закрою, а после этого в союзы пойду. С тобой обязательно заключу союз. Ну тогда а смысл мне тогда в праве прохода? Ну, окей, не надо. Я как бы Утрехт вижу, у меня караваны пойдут до него. Ой, блин, как меня тут... Получается, не друг, странно, да? Ты просишь что-то бесплатно взамен. Даже ну, не потом взамен, ты можешь попросить, что странно. У тебя их завались, если бы хотя бы у тебя две их было, у тебя их завались, они у тебя лежат, привет. Ты их никому не даешь. Так не с кем меняться. Ну, не с кем меняться, но мне ты не хочешь дать у союзнику будущему. Это кто говорит? Вот это странно. Гал, ты там говоришь? Ты говоришь о дружбе. Кинг, да. Я устал терять юниты просто из-за лага. Ну я ж дружбу дал, я попросил право прохода, чтоб не было беспокойства, что я могу там что-то отрепить или сломать тебе. А ой, чтобы... Блин, ну, люксы меняют на люксы. Вроде такое. Ну ты видишь, у меня принцип. Два люкса. Наверное, если у меня будет люкс двойной или тройной, я тебе тоже так же могу отдать. Ну а он будет? Он да, будет. Если будет, тогда я готов подождать, пока появится... Ну, дайте... Ну, теперь видишь, мне уже не хочется мой. С тобой торговать. Я могу с кем-то другим поторговать тогда. Хорошо. Ну, я сказал... Ну,
Просто дарить что-то, это не, ну, это не игра про то, чтобы дарить. Поменяться, я согласен. Если у тебя появится, я буду ожидать и сейчас дам тебе ресурс, который тебе нужен. Не проблема. Так, наверное, давайте рабочего. Да. Ну, тут Петра, возможно, в будущем. Ну, в принципе, я где-нибудь тут еще поставил город. То есть, вот этот последний поселенец. Хотя, ну, блин, слишком много постоянно здесь лояльности. Блин, и три хода остается. О, блин. А как, а куда тут делся этот лагерь, как он его убил? Ну, тут тяжеловато все-таки города будет ставить. О, выжил скаут, слава богу. Так, как бы мне его теперь сохранить? А тени у тебя долго союза? А где они? После наемников. А, ну я в наемников. А, ну я тогда успею в божественное сгонять. Куда сгонять? В божественное. К Богу обратиться за помощью. Я, наверное, в Куско. Так, как мне за три хода получить 4 очка эпохи? Пересоюзить я никого, например, не могу. К Господу нашему Иисусу Христу. А просто за сюзеренство, по-моему, дают 2 очка. Да, то есть, если, например, волен за союзу, но мне для этого 2 очка надо. Блин, я... А, хотел соседство, ладно, не буду. Думал, соседство для... Прости, господи. Ну, я опять, что ли, в нормальный век? Я напоследок кинул. Так, а здесь мы где можем поставить? Ты что напоследок тут при чем? Ну, если я сюда ставлю, то тогда не появляется ГГшка. Ну, видимо, надо ставить, тут хорошее место. Я кинул напоследок. А мне что-то нету. Предлагаешь мир, давай мир, согласен. Да, поразвиваться надо, что-то эту упорочку надоело. Интересно, упорочка надоела, сам влетел, самое главное. А у меня упорочка. Кто в тебя упарывался, Гав? Как если влетаешь, так надо уже на лайках быть. Он сам и упарывался, уже не говорит, что кто-то упарывался. Говорит, сам упарался, сам признает, все. Где предложение? Не вижу. Так, ребята, чего тут за мной идете? Блин, надо было сюда, мне кажется, идти. Сейчас меня там поймают. Я тут волен позащищает. Так, это у меня на следующий эпоху оставим. Блин, как, что же делать? Я просто как бы уже один раз жил относительно рядом с Гал. Ну понял, что типа без войск встречать Гал вообще печалька. Угу. Так, ну давайте, наверное, так поплывем. Как в том анекдоте приветствуете. Блин, тут этот... Латники, конечно, неприятно. Мне было невкусно, хватило всем. Кстати, можно уже убрать. Так, два кампуса, объявление войны. Ну, наверное, оборонительную тактику уже открою. Надо убирать карточку на поселенцев. Надо содержание армии ставить. Не знаю, я вот подумал, может мне на Вьетнам действительно напасть. В будущем. Жалко, что я в золотой век не выхожу.
блин, я ж... Тьфу ты, я забыл. Фак, ребята. Успею ли я теперь? Мне надо... Исповедники у американцев, это вообще имба. И, блин, еще и Утрехт уже в другую перешел. Блин, мне надо буквально Неймиген. 9 ходов. Фак. Вот это я забыл, что я ж за обращение получаю очки. Ну, зато ты поймешь. У тебя Козелизей есть, и ты в печали. Как ты можешь быть в печали, если у тебя есть Козелизей? Пойди сходи на игры. Что, до 9 города не дотягивается Козелизей? Алло, я все считал. Алло, алло, не изобретен телефон. Подожди. Это у вас не изобретен телефон. Может, потом а он уже в ракетах, а в спутниковой связи. У нас с этим все в порядке. Там, да, на первом месте Redhead. Блин, как же я так лоханулся с религиями-то. И в Харлем, мне кажется, я не успею теперь. Вот ты распространил на мне себе, буквально вот до какого-то из городов бы добраться, но... Нет, я оставил... Утрехт я за один ход не обращу, потому что тут уже конфуцианство. Хотя... Потому что... Сейчас посмотрим, куда добегает вообще. Ясно, задрот. Фронтовом. Ну, это, кстати, очень интересно. Вот такие с Конга, например, дать ему крестовый и взять крестовый и тебя обратить. Ну, я же тебе говорю, я уберу его. Да я понял, но все равно интересная стратегия. Да, у Конга на самом деле очень круто работает. Это религия. Так, ну, во-первых, я сюда не добегаю, да? Сейчас странно, почему он по дороге только 4? На 4 ходит. Насрал ты мне. Твою мать, блин, конченое управление в этой цене. Ну минус лучник, что я могу сказать. Просто конченое управление. Инг сделка. Блин. Да. За все хорошее. Была бы гавань, я мог бы быстрее доплыть, но так как без гавани, то... Денег, а потом прийти с процентами потребовать, типа. Вот же жопа. Блин, тут чуть-чуть не хватало в Лейдене, чтобы обратиться. Так я же не могу тебя обработать, я надо город поставить. Типа я не имею права чужие тыкки обработать. В смысле? Ты построишь? Ты можешь свой капах ньян даже на нейтральную клетку засунуть. А, ну хорошо, я тогда сейчас добью. Да. Ну построй рабочего где-нибудь. Где не очень накладно. Вот сейчас я там в эту построю, это ходов 10, наверное. А, ты... Ну да, построй там... Ньян Тай Таймбо. Чё? Построй там обработка две клетки и с одним зарядом приди. Ладно, я тогда пойду сюда, чтобы Утрехт обратить. Фак, ну это, конечно... Сейчас. Это, конечно, жопство. Вот сюда, смотри. Так, в Лейдене... Вот туда, вот по пяти. Нужно священное место тоже. Ну ты как Махенджидары хочешь, да? Плюс два. Нет, ты можешь... Кампус. Тут плюс три. Вообще тут плюс три. А, за сердце. Давайте сюда, наверное, тогда священное место в Лейдене. Там называется страна. Так не внизу, а слева, под габешкой. Внизу минус 20, со всей стороны минус 20. А, вообще, да? Там... А есть страны там. Ну что, перерывчик? Да, я был бы не против вообще ни разу. Да, минус лучник, как видите. Так, галеру мою. Сколько? Ну, минут 10. Приемлемо. Надо китов обработать и с галом на соль поменяться. Да, что-то я
Грустновато тут у нас. Ладно, давайте еще исход евангелистов. Я продолжу обращать города. Так-то я уже точно в золотой век, я думаю, выйду. Я мог еще апнуть воина, но там одно очко дается, я больше не вижу. Мог бы где-то лошадь построить, но я поздновато заметил. Поэтому вот так. Так, давайте мы Магнуса... Кстати, в Амстердаме, мне кажется... Я не хочу, короче, лян, чтобы мне тут не ломало ничего. Я хочу других. Я бы, наверное, лян назначил в Амстердам ради аквакультуры. Магнуса пересажу... Где я буду что вырубать, интересно? В Гааге точно буду вырубать. Так что в Гаагу. Два кампуса, чудо света, военный лагерь. Вот военный лагерь, пока не скоро я сделаю. Так, древние стены было бы неплохо. Фиг знает где пока. Пирамиды. О, у галеры у меня уровень. My life — это ядерный прием. Я бы увеличил производство 100%, чтобы кто-то не прибал. Давайте, куда религия отправлять? В научный? Давайте научный забаним. Так, а если научный отправить, так может забаним просто? А, я просто предложил. Давайте забаним. У нас есть Конго и Болонья. Давайте забаним научные. Да, сейчас. Стоимость покупки за золото снижена. Таймер. Да. Так, ну и Лейден, наверное, пойду обращу. Немигин уж сам как-нибудь. Так, а... Я кинул, дед. Блин, машиностроение. А давайте пока стремя. Что с феодализмом, кстати? Хрен знает где. Ну, конечно, ты мне в гильдии шаг. Надо. Я согласен с этим. Ольдеры? Все-таки. Может, тут стены пока построим. Так, давайте вообще на стены... Я заплачу 30, так уж и быть. Я не знаю, почему я сейчас не принял, не смог принять ничего. Это вроде открыто. Надо было. Мне, понимаешь, полсекунды не хватило. Ты передо мной забыл. Вот оборонительных зданий. Так, поселенцев надо убирать. 100% священного места нафиг надо. Давайте на строителей поставлю. И, наверное, на торговых. Хотя два только бегает. Ну, кстати, кто-нибудь знает, мне вот интересно, Великая Библиотека, Искра Божья на нее работает или нет? Там же только на районы написано, нет? Они вообще никак не связаны. Да. Я тоже сейчас связи не приду. Ну, там типа плюс одно великих ученых за Она библиотек... на районы работает. Посмотри, что там написано конкретно? Какой смысл в этом? Удивись. Плюс одно великое ученое за каждое место, пророк, кампус с библиотекой и театральной площадью с амфитеатром. Не буду, наверное, пока в воле отправлять. Ну, окей, ты тут будешь, сейчас будем парываться до усрачи. Так великая библиотека не район. Не район. Мне просто интересно. Ты бы лучше сейчас... Я так думал, что она не работает, просто как бы мысль такая. Немножечко да. Специфичный.
С кем там уже Грега собирается опять упарить? Если ты сейчас вот дальше продолжишь, я просто упарюсь во всю промку и буду тебя просто латниками пушить до усрачки. Просто до усрачки. Ну, ой, не, Грега, не, давай не надо до усрачки. Ты нам нужен здоровеньким. Чем так себя на этой циве это изводить? Гробите здоровье, да? Да. Блин, махабодхи уже кто-то построил, фак. Ну я никак не мог его тут быстрее построить. Ладно, надо тут, наверное, кампус будет строить. Так сначала гавань сделаем. А этим тогда идем сюда вырубать болото. Я поставил на строителей? Поставил. Тогда давайте строителя. Здесь торговца. Здесь святилище. Сильно влияет. 17. Ну, сейчас этого обращу, будет больше протестантизма влиять. Так, Гал, в итоге Вьетнам на тебя нападает, да? Да. Ну как нападает, так постреливает. Мне кажется, с Вьетнамом нет смысла конкурировать. Влетел с ноги просто. Там же просто ярмарка открывается и все. Минус. Там слоники хорошие. Я не играл ни разу за Вьетнам, я хочу чисто им еще и попробовать слоников этих, как они работают, чтобы знать, что они могут. Гал кинул там тебе предложение. Мне единственное, что везет, что все мои соседи, которые вокруг меня, между собой воюют, вообще благодаря Галу, то есть Инг явно пока отстающий будет. Ты там понятно, что у него больше на перновке, чем у меня, но я-то развивался, города ставил, а он ничего не делал. Мне единственное, что вот этого, но я надеюсь, тут как-то... Иерусалим сейчас что-то поделает. А. Да, она все равно Амерсик заберет на самолет. Какая разница? Я не уверен, что Амеру это прям так нужно. Честно говоря. Так, а в Гаге... Мы продолжаем. У нас кампус, видимо, тут будет. Убить уже. Да, так, да. Ну я жду прибытия. Хорошо, а Священко тогда здесь на плюс 3, да? Тогда давайте камень обработаем. Тут мы будем вырубать, когда Магнус прибудет. И у меня два хода, собственно, до его прибытия. 4. Моя сделка. Амбар надо, да. Давайте амбар. Ну. Мне что-то мало денег. Давайте из Амстердама куда-нибудь к Инку. Инк, а ты между Уалькауаман и Махенджо-Даро будешь какие-нибудь еще города ставить вообще? Да, я просто как бы вместо поселков строил юнит. Сейчас я туда пойду. Да я понял. Так, один ход. А ты это откуда? Давайте, здесь? Наверное, инженерное дело. Кроем. Я там еще два города балеты. Заглянем. Индии остался. Основ. Ну, я еще решил без религии. Так, ну. Есть религия. У меня остался без религии. А Немигин когда? Нормально там это прополис. У них там города, наверное, вообще фантастические просто, да? У кого? У кого? У буддистов. Буддисты-монахи.
А кто, кстати, это взял? Саладин. Это игрок. Мы же не встретили ваш континент. Кто это игрок? Буддизм — это Дима. А вы на вашем континенте... То есть, слушайте, еще три религии свободны. То есть вообще никому не надо больше, да? Нафиг она нужна? У меня пророк стоит просто, неактивированный. Ты его потом сожжешь и будешь как уголь активированный использовать? Почему? Что такое? Нет, он достался мне стоуном, и я его активирую, если мне не будет хватать очков для века. Активированный уголь. Топливо для печки. Ну, то есть, а ты будешь использовать его как топку? Я рискнул в надежде, что тут не будет никого, и удачно рискнул. Я поставлю прямо тут город, скорее всего. Что надо город уже ставить. Слишком долго мы... Хорошо, я понял. Не, ну Конга может взять мою религию, а сам по себе он ничего не может. Вел посел, и прям перед ним лагерь появился. Это вот этот? Не-не-не, или... там другой наверху. Причем там никого из воинов нет вообще. Так, стоим, ждем здесь. Так. Может, эту клетку передать? Блин, ну тут подлян хочется, конечно, побольше. Так, ну, тут потом... Через пару ходов будет. Ладно, давайте пока строителя. Потом я решу, что тут делать... Ура, товарищи. Два. Плюс два. Так, наверное, сначала тут вырубаю. Ставлю кампус. Потом здесь. Хотя тут сколько? Два заряда. Один. Нет, давай тогда этим попробую. Сейчас посмотрим просто, что здесь. Блин. Ладно, потом посмотрю. А, вот. Плюс 30% к созданию военных юнитов. Это, наверное, в Неймегине я лучше сделаю. На китах. Может, военник подставить на этот камень в Калакмуле? Чисто этот забафать наши гавани. Ну, хочешь поставь стрелять, он все равно не сможет. Да, это понятное дело, просто забавно будет забафать гавани. Так, ну что, пора. Слушай, уже я даже не знаю, что туда поставить, чтобы их можно было забафать. Рыбу эту обработать, потом этих китов. Имя кто не забыл? Ты чё? Идёт, всё. Сейчас вот он меня янтарь обрабатывает, а потом в свою сторону двигает. Я могу два заряда потратить, ты там. Да нет, один я помню, где может второй ещё где-нибудь использовать. Да нет, одного хватит, спасибо. И надо где-то вот здесь делать... Голландия, сколько у тебя ходов до союза? Триллиарды триллиардов. А я не знаю, где союзы. Они говорят за наемниками. Если за наемниками, то как минимум 8. Окей, просто я уже, ну, я в союзы вышел, уже караваны тебе посылают. Малайчинка.
Так, полечимся. Вырубим. А, я тут только не придумал, что строить, блин. Ну, видимо... Тут, конечно, вот этот вулкан просто офигительный. У меня будет три района научных постоянно ломать. Просто постоянно. Да. Не оставляет дедушка шансов совсем. Что ты говоришь? Да говорю, рыцари твои не оставляют шансов. Ну просто не знаю, если тебя там забирают, то мне нет смысла с тобой союзиться. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!